Спасибо. Пожалуйста. Привет, друзья. Вечеринка что-то не задалась. Что-то я замерзла, потеряла голос, решила попить чайку. Горяченький. И поесть всякой калорийности. У меня мало, что я набрала 3500. Меня эта жизнь не учит. Постоянно не включая прямой эфир, я не знаю, а надо, да? Хорошая идея, завтра еще включу. Ну, что-то потому что некогда, что-то все. Я сегодня в расстроенных чувствах. Я сделала фотосессию, они мне сказали... Я пришла, выбрала фотки. Короче, 25 фоток, $150 сторговалась еле-еле. Пидорасы сказали, мне пришлют на почту, нихуя никто не прислал. На флешку скинули, а на почту нет. А я вспомнила, что я с макбуком еще не разобралась. Я с этой флешкой могу промахнуться очень серьезно и не увидеть своих фотографий, потому что макбук мой ничего не понимает. Ну вот, я пойду завтра разбираться. Хули они меня наебывают. Да. Расстроилась чуть-чуть. Но... я нормальный человек, смотрю. Да ладно, у меня маленькие сиськи. Вот с теми, с которые я хочу себе сделать, вот так вот, с ними будет удобнее жить. Да, я очень горячая, что этот отель загорелся. Так, иностранцы пишут. Я что-то подпила и спать хочется, я что-то плохо разбираю. Плохо этот... Соображаю. Да, я жру не только ланч, но и на ночь. Вкусняки. Просто... Сорян. Просто доктор, мой пластический хирург, мне обещал, что жир не будет откладываться. Ну, по-моему... Он просчитался. Да ладно, я не знала, что кто-то, а кому-то я вообще сдалась на этом свете. Ждут они прямых эфиров. Надо писать об этом, говорить. Давай, давай, Татьяна. Татьяна же всегда за. Ой. Приболела. Ну, кстати, тест на ковид оказался... отрицательно. Поэтому я продолжаю не верить в коронавирус. Привет from California. Ой, I love California very much. Не, я не могу не материться. Это мой главный, это язык, на котором я общаюсь. Не могу не материться. Вот такая вот я женщина. Неприятно. Я сразу об этом предупреждаю всех, кто со мной пытается что-то серьезное замутить, что я очень неприятная женщина. Чтобы потом не было разочарования. Спасибо огромное. Я надеюсь, кто-нибудь там
из моих подписчиков тоже сладенькое кушает сейчас на ночь. Какой ланч? Какой ланч, ребят? Guys. It's not lunch, it's very, как это, поздний ужин. Короче, эфир, ну смотрит. Видела фотки в одном фанс. А, на OnlyFans ты мой подписчик, что ли? Слушай, я рада, что тебе понравилось. Я не зря стараюсь. Для меня огромное удовлетворение, когда... Все, что я делаю, это приносит кому-то радость и удовольствие. Я сама от этого становлюсь счастливее. Да ладно. Ну, такое платье просто. На самом деле, блядь, ну что туда? Я просто очень много ем. А мой хирург сказал, что в местах, то есть на животе, на боках, блядь, на животе появился жирок. Это очень плохой знак. И 45 подбородков. Но в Москве будем худеть, там еды нету. Холодильник всегда пуст. Готовить я не умею. У меня 12-й размер груди. 12-й. 65К или L. Я обязательно сделаю больше размер, когда наконец-то вот эта хренотень с всякими вот этими ковидами. Границы откроются. Чтобы можно было хотя бы заказать эти импланты. Да, я уже не могу. Годы-то идут, а сиськи-то, блядь, не увеличиваются настолько, насколько я хочу. Я надеюсь, меня тут слушают. Сука. Меня здесь слушают. Я тут не одна, оказывается. Я думала, одна. Ой, как прекрасно. Now I'm in Turkey, in Calista Luxury Resort. Ой, блядь, если ты хочешь меня покормить горячим, подписывайся на OnlyFans. Я тебя тоже могу горячим покормить. Не, я больше не хочу отдыхать. Я... Мне работать надо. Создавать контент. Меня ждут любовники. Я уже с ними договорилась. Я же не могу подводить народ, они ждут. Любовник, извините, один. Один точно ждет. Умная, спасибо. Я думала, не очень. Какие дыни у тебя, крошка, большие. Так хочется растерзать тебя, крошку. Полегче. Не надо так резко. Блядь, ну вот и хочется мне побольше, понимаешь? Хочется. Я не знаю, ну вот... Есть у меня такой душевный порыв. Мне, когда я эти делала, они мне сразу показались еще не так... Не, конечно, гораздо лучше, чем было, но... Все-таки хотелось больше. И вот я 9 лет живу с мыслью, что надо все-таки больше.
Зачем? Но мне так нравится, я люблю. Где твои ухажеры? В отеле ты имеешь в виду? У меня здесь нет ухажеров. Они, наверное, еще не отошли от той тусовки предыдущей. Я-то уже пришла в себя. А они еще как ежики в тумане. Ну, кто-то уехал, кто-то женат. Да. Увидеть мое полное видео. Полное видео чего? Что ты хочешь увидеть? Все интимное, там вот эти всякие моменты, это на OnlyFans. Там очень много у меня контента. Я как, знаешь, как одичалая. Начала снимать очень много. Со мной можно встретиться в Москве? Я не знаю. Надо приложить усилия, заинтересовать. Сколько весят мои сиськи? Около 6 килограмм. Не так много. Да, завтра в Москву. Вечерний у нас перелет. Где-то в 12 ночи будем в Москве. Спасибо большое. Сегодня я не очень заряжаю энергией. А так да. Куни любишь? Обожаю. По мне, что ли, незаметно? Главное, чтобы умел делать. Еще этот нравился мне очень человек. Тогда идеально. Да, у меня есть порно-ролики. У меня даже есть один профессиональный. Такой. Моя гордость. Понимаете, мне понравилось. Я долго сопротивлялась. Но получилось идеально, охуенно. Но это все только на OnlyFans. Вы, наверное, в сети это не можете найти. Хотя хер его знает, может, уже кто-то выстрелил. Но короче, в OnlyFans у меня все. В порнухе нет, не хочу я сниматься, потому что там мало платят. Если бы мне заплатили $1 000 000, я бы согласилась. А так я снимаюсь только для своего вот маленького, небольшого круга людей, вот моих истинных поклонников, фанатов. Они заказывают, что они хотят. Вот пишут прям сценарий, и по этому сценарию я и снимаю. Иногда по-своему. Иногда как получится. Все на моем сайте. Название клиники? Какой клиники? Название у меня одно, только доктор Гуляев. Александр Александрович. Да, Яна, я тебе напишу, но они пока что молчат, я им тоже написала. Вот в Москву приеду, уже займусь всеми делами, потому что тут я что-то оторвалась от мира. Не хочу ничего думать, делать. Не тяжело ничего носить мне, я привыкла. Да. Срочно встретиться не могу, очередь. Понимаете, соблюдайте очередь. Ты видел часть видео? Где ты видел? Часть моего видео, если не секрет. Сейчас я одна, а так отдыхаю с дочкой. Ну, сейчас дальше, сейчас я одна. Ну, кто знает. Не, сегодня у меня нет настроения ни с кем
вот это вот, общаться там. Но у меня желающих замутить со мной порно, знаешь, сколько? Очень много людей хотят. Но удается лишь очень-очень-очень маленькому, мизерному даже, я сказала, кругу профессионалов этого дела. Goodbye. Ну, goodbye. Ну, у меня нашелся один человек, которого очень давно знаю, сказал, что я очень плохо сосу. Ну, это, да, косметолог Гуляев. Нет, Гуляев это этот, пластический хирург. Косметолог у меня, два косметолога, пишите в директ, скину вам, если надо. Губы вы имеете в виду, по губам у меня один по ботоксу, другой. Чередую иногда даже. А, ну так пиши, я тебе, может, если ты хочешь все, как его, полное видео, я тебе могу скидку сделать. За то, что ты активный. А, в OnlyFans видел часть видео, но хочется все увидеть. Но, к сожалению, не нашел. Как не нашел? Как это не нашел? Ты там пиши мне, я все тебе найду. Ой, позавчера тусовка была бомбовая, но все нажрались, и никакой групповухи, естественно, не получилось, потому что там много алкоголя, как говорится, а алкоголь и это дело плохо совместимое. Короче, я ретировалась, или как сказать, убежала от греха подальше. Не, ну, не знаю, мне особо никто и не предлагал. Если бы была порнуха, я бы уже сказала об этом. И все бы это увидели на OnlyFans. Ой, порнуха, блюковуха. Какое одно видео в директ? Какое видео тебе надо в директ? Я в директ ничего не скидываю. Да, народ не жалеет деньги, реально, потому что это тема. Даже вот кто жалел, но однажды все-таки его желания пересилили, он что-то купил, потом покупает еще больше. Потому что у меня все не наигранно, а по-настоящему. Отдыхается великолепно. Просто чуть-чуть заболели мы с мелкой. Чуть-чуть такое. Но не коронавирус. У меня все фотки платные. Какой ты фотку хочешь скинуть? У меня все платное. Дорогие друзья, я на это трачу деньги. На все. На себя, в себя вкладываю, в белье, во все на свете. Я бесплатно никаких фоток не присылаю.
Ага, это может адрес тебе скажи. Мой адрес знают только два человека. Буфера я уже показывала, сколько можно. Ну, конечно, все обалдеют. Я на это и рассчитываю. Я к этому и стремлюсь, чтобы все всегда обалдевали. От моих поступков обалдевают постоянно. Я умею удивлять. Очень удивительная женщина. Чай никто больше не несет. Ой, обожралась, не могу, больше не лезет. Ой, все. Чувствую, скоро на повторную жопу поеду. Очень много жира. Очень много жира привезла в этот раз. Кстати, у кого нет жира и кто хочет большую жопу, рекомендую приехать в Турцию на недельку. Сразу 5 кило при желании наберется. Ладно, все, не могу. При всем моем желании не лезет. Как-то кто победит, Трамп или Байден? А в чем побеждать они собрались? За мое сердце? Я, кто такой Байден, я не знаю. Трамп как-то что-то, блядь, совсем не в моем вкусе. А телевизор я вообще не смотрю. Я даже не знаю, что происходит в мире. Мне наплевать. Оторвана от мира, понимаете? В Москве оторвана, а здесь тем более. Не, в Дубай пока не собираюсь. Ой, Нурику тоже привет. Он меня смотрит. Нурик, привет. Нурик, как дела? Я соскучилась. Нурик очень веселый мужчина. Благодаря Нурику я столько лет и проработала в Sony. Потому что мне было весело. Я смеялась с утра до ночи. Был ли у меня интим? Наверное, когда-то был. С молодыми парнями. Но для меня все молодые, кому до 70. А, да, в США выборы. А что они мне дадут, решат? Может, доллар, да, подскочить? Вот это мне, вот этот момент мне больше интересует, чем кто там. Мархаба, да. Вода не очень вкусная. Ладно, пойдем пройдемся по отелю, покажу вам отель и себя. Я нарядная сегодня, я хотела потусоваться. Значит, совсем тухлячок. Народ в куртках такой, в кроссовках, в куртках, в пуховиках. А Татьяна нарядилась. Решила не портить им вечеринку и ориентировалась. Так, где тут выход? А где выход? Где вы? А, вот лестница. Все. Потерялась.
Майами, когда Станислав меня пригласит. Я там больше никого не знаю. Визы нету, у меня кончилась. Так бы была уже там давно. Так, вот такой красивый отель, смотрите. Красота. Ой, хорошо, сяду сейчас. Посижу с вами чуть-чуть. То когда я подписчикам еще внимание это уделю? Так. О, нет, честно, если честно, секса что-то вообще не хочу. Ну так, чуть-чуть. Я заебалась в Москве. Я поэтому уехала. Так, вот интересный вопрос. Как попасть в Калисту? Сгорели в селекшене. В селектуме, да, сгорела кухня. И нас сюда переселили. Но, если честно, в селекторе мне понравилось больше. Там идеальный отель для меня. Все компактное, никуда далеко ходить не надо. Все быстро-быстро. Все рядышком. Все вкусно. В Грузии не была. Объелась, тяжело дышать. Все, в Москве неделю голодовка. Неделю этот...
что Али это ушел жопу. У нее силиконовая жопа. Я не хочу силиконовую жопу. Я хочу, как моя подруга Люда. Как Усик. У нее охуительная жопа. Ну, может быть, мы на одном рейсе полетим. Я во Внуково лечу. В 7 вечера вылет. Да, очень хороша, очень. У нее жопа просто огонь. Моя мечта. Но у нее тоже со второй попытки получился такой результат. А, вот. Надеюсь, у меня получится. Спасибо. Обычно в BS Deluxe весело, что ли? Если мужчина ко мне, ну, познакомлюсь, а что? Если он интересный, нормальный мужчина, почему бы мне с ним не поболтать? Мне как раз скучно. Но он должен тоже как-то чуть-чуть интересным быть, таким умненьким. Ну, веселые разные бывают. Я... да, я танцую, когда набухаюсь. Не, я могу и так танцевать, но нужна компания. Я же не буду одна там плясать. Тем более музыка мне нравится. Если там кто-нибудь руки вверх, Иванушки, вот это из моего, и вот это Шура, еще-нибудь из моей молодости вот такой вот прозвучало, я плясала бы, честно. А вот это... Майкл Джексон. Я это все не застала. На отдыхе, ну, не знаю, подкатываю. Ну, как подкатываю? Я с ребенком, а это как бы многих сдерживает подкатывать. Вот, я люблю Тополиный Пух, обожаю. Я потанцевала. А тут какой-то включили вот этот вот. Та-ля-ля-ля, леди. Та-та-та-та. It's my love. Life. Что-то такое. Не моя музыка. Не моя ностальгия. Тем более еще как-то холодно. И горло болит. Все болит. Все кашель какой-то. Не, корона нет, я сдала тест, он негативный. Поеду с ним в Москву, надеюсь, пропустят. Не возникнет вопросов. Я думала, реально корона, но оказывается, ее не существует. Потому что если это не корона, тогда что это? Не знаю, люди, как вы в эту хуйню верите, в корону какую-то. Вон, я верю только в свои седые волоса. Да, тесте. Не, массаж горла. Не выдержу, мне надо лечиться еще в Москве пару дней. В Москве у меня как-то все быстро проходит, потому что там жизнь такая
в спешке. Все туда надо успеть, сюда некогда болеть. А здесь что-то я подрасслабилась. Ну, я тут разместила ребенка, понимаете, с голой грудью. И пидорасы мне написали, что это последнее предупреждение. Я не понимаю, в чем смысл, блядь. Это ребенок, там нет никакой груди. Две точки. Инстаграм, конечно, да. Уже страшно что-то размещать. А у меня такая фотосессия. Пипец просто. Все на свете. Я тоже переболел. Думал, что... Но это все хуйня. Нет никакого ковида. Успокойтесь, ребятки, вам. Вас сейчас чипируют, и вы все поймете. А может, кто-то и не поймет до сих пор. Для чего это придумано и для чего это делается? Сказки они будут рассказывать. По Первому каналу. Кто это еще хуету смотрит, я не представляю. Мне кажется, уже глупых людей это не должно остаться уже. Сколько можно-то? Все равно кто-то смотрит, верит. Великолепно отношусь к сексу на первом свидании. Чего тянуть-то? Главное, чтобы подарки хорошие были. Фотограф был. Фотограф, блядь, фотограф. Сука, он меня соблазнил. Я не хотела настолько откровенную фотосессию. А он говорит, трусы оттяни. Блядь, там такой контент. С ума сойти просто можно. А зачем тебе мой телефончик? Переболел. Ну, откуда ты знаешь, что ты переболел именно им? Тебе могут сказать все, что угодно. У этих вирусов, а их всегда было, есть и будет, их миллиард. Мы живем в мире вирусов, как вы не понимаете-то этот момент. Этих вирусов, блядь, больше, чем нас всех вместе взятых. Тут уже дело организма. Но сейчас что-то поднимается, некая паника. Для чего это нужно? Потому что вирусы всегда были, есть и будут. И их не победишь. А для чего все это? Ну, это ж... Ну, у кого-то с пневмонией, кто-то болеет бессимптомно. Ну это, блядь, даже неинтересно обсуждать. Блядь, вот секс с фотографом, может быть, и был бы, если бы он был чуть-чуть посимпатичнее. Там совсем обезьяна. Если бы он мне еще фотки хотя бы бесплатно. Пидорас еще $150 выцыганили из меня. Я рассчитывала на сотку, но там очень классные фотки были. Взяла больше. Ему досталась фотка моей писечки. Как, что я сказала, какой кошмар. Он ее прям сблизи сфоткал. Будет дрочить теперь, блядь. До следующей весны. Прекрасно. Чай пьем. Болеть, это, знаешь, болеют те, кто расслабляется. Вот я расслабилась и заболела. В Москве я никогда в жизни не болею. Потому что там некогда болеть. Там надо крутиться, вертеться с ребенком, с собакой. А тут можно и поболеть. Ну это да, ну это да, вот эти болезни, они тут от организма зависят. Надо держать тело в здоровом этом состоянии.
заботиться о нем. Да, первый человек, который еще не заработал на тебе. Кто первый человек? Не заработал. На мне, по-моему, на мне все зарабатывают. И я на всех. Потому что эти фотки я продам и заработаю больше. Я так планирую. Как встретиться с тобой? Я не знаю. Да, через OnlyFans. Что через OnlyFans? Продавать буду фотки, да. Порода собаки у меня пудель. Сиси вот они же тут видны или нет? На мне отели хорошо зарабатывают, не знаю. А почему на мне-то? Я что им как-то помогаю? О, Анастасия, hello. Я просто что-то не твою фотографию я не поняла, что это ты. Ну, я надеюсь, хоть он продавать их не будет. Он не получил мои фотки. Эти фотки забирает его начальник, там какой-то дед. Но когда этот... Да, ну, что делать нам? Что делать? Там фотки просто... Я их не брала. Я просто думала фотосессию с дочкой. И на этом ограничиться. Вот я рассчитывала, что у нас будут какие-то фотографии с отдыха совместные. Потому что ее заставить фоткаться нереально. А фотографам она дается. Ей нравится, когда ее фоткают фотограф, а не мать. Вот. А потом туда-сюда он говорит, давай топлес, давай так, давай сяк. И я уже это думала. И потом я посмотрела, что это очень... Очень хорошо получилось. Но это сейчас чисто минус недрочабр. Что такое? Что я не понимаю? Очень много. Подожди, сейчас. Встретиться через OnlyFans. Через OnlyFans нельзя встречаться. Потому что там за это могут заблокировать, если там договариваться о встречах. Но туда лучше подписаться, посмотреть. Вдруг вам не понравится что-то там. Присмотреться поближе. Не, если честно, я пока не готова ни с кем встречаться. Что-то там пишут на каком-то языке, ничего не понимаю. Зачем ты поехал в Калисто? Я сейчас спать пойду. Привет. Заболела я, что случилось? Вид больной. Нормально у меня вид, не пизди. Чуть-чуть приболела.
Нос заложен, горло, все пиздец. Но не коронавирус. Коронавирус, блин. Тест брали прям такой вот, сука, щеточкой такой жесткой. Залезли мне в нос, блядь. Я чуть там с ума не сошла. Это пиздец, как больно. Как вспомню, вздрогну. Уже подписан. Контент шикарный, как и ты. Спасибо. Я буду стараться еще шикарнее. Вот я сейчас в Москву вернусь, уже возьмусь полноценно за свой контент, потому что его много. Какой размер? Я уже 100 раз говорил. 12. Хочется, чтобы и ты была довольна встречей. Я подарки люблю. Если мне сделать хорошие подарки, я буду довольна. Все остальное я сделаю самостоятельно. Что о тебе, Таня? Привет, Словакия. Очень рада вас здесь видеть. 12-й размер сисечек. Я не понимаю, что такое искам. Ой, я не понимаю вообще ничего. Море теплое, нормальное море. Ну, не холодное и не горячее такое. Среднее море. Хорошее море. Погода шикарная. 30 градусов. В тени. Терлись какие-то. Не, на мне, ко мне никто тут не подходит. Здесь спокойный отель такой семейный. Не, ну с кем-то там на дискотеке я познакомилась. Как периодически кто-то со мной здоровается. Я смутно помню, кто это. Я не ехала с целью тут познакомиться с кем-то. Наоборот, я хотела отдохнуть, оторваться от мира и вообще от людей. Поэтому был выбран отель, этот, как его звать, Селектум. Ну, зачем такой размер? Ну, вот, захотела. Землетрясение было. У нас не было землетрясения, был пожар в отеле. Землетрясение не было. Не, я не пьяненькая. Поэтому такая скучная. Я чуть-чуть приболела, ребятки, приболела. У меня насморк, кашель, блядь, который нихуя не проходит. Секса в Турции не было. Его было очень много в Москве. Я сюда приехала продышаться. Отдохнуть. When I coming to America, I don't know. When коронавирус, этот финиш. Ковид финиш, and I make visa, American visa. Да, удобно с таким размером, очень удобно, можно побольше. Не, я уже пить не могу. Я позавчера выпила, все, у меня на месяц хватит. Я в Грузию почему не еду? Потому что я не смогу, не выдержу напора. Надо очень хорошо подготовиться морально. Без секса прекрасно.
У меня месячные были, я не могла. Они только вчера закончились. Или позавчера. Вот, получается, 2 дня без секса. Какая прелесть. О, в Карабах, кстати, у меня есть такое желание, пункт в моем списке, который я хотела бы, и городов, которые я хотела бы посетить. Можно узнать, как встречать. Если буду симпатичен, то продолжить нашу встречу. А что значит «если»? Ты не уверен в себе? Как кашель лечить, пожалуйста? Я уже устала. Сейчас в Карабахе жарко, да, и война идет. Я что-то такое слыхала. В Альпах, а там что, открыт перелет? Шикарно выглядишь, спасибо. Не, у меня не корона, это я так шучу. Тест показал негативную корону. Просто я перепила коктейли в первый день. Я приехала и начала их, тут все со льдом, все холодное. И этот... И заболела. Прилетай ко мне в Анталию. Спасибо. Только что отсюда. Можно ответ, как встречаешься. Остальное все будет шикарно. Ну, я как встречаюсь? Когда у меня заканчиваются люди, с которыми я встречаюсь, это бывает крайне редко. Я начинаю искать новые знакомства. И кому-то иногда везет. В феврале в Альпах, да, все будет нормально. Но я поеду тогда. Я хочу. Ну, пока не встречаюсь. Ну, вы этот... Надо понастойчивее, как сказать. Проявлять этот энтузиазм. За сегодня я точно не встречаюсь. 100%. У меня кашель, мне надо прийти в себя. Еще после этого отдыха. А где со мной можно увидеться? В OnlyFans. Не знаю где. Никуда не хожу. Не, сосок в студию не могу. Инстаграм это не признает. Вот. И могут заблокировать мне страницу. У меня, кстати, пытаются взломать Инстаграм мой. Какая-то... Федорасина пытается несколько дней подряд взломать мой Инстаграм. Представляете? Вот я кому-то сдалась в этой жизни. Я пью чай. Чай горло болит, дерет. И жжет. Да, ко мне приходят на почту
то, что в мой инстаграм пытались зайти и сменить мой пароль. Я этого не делала. На почту приходят письма о смене пароля. Так, если сейчас предложат групповую, то сколькими хочешь? Сейчас не хочу, а вообще хочу. Вообще я люблю такие мероприятия. Но никто не хочет, никто мне не предлагает, не будем фантазировать. Фруктами? Нет, не с фруктами, просто чай. Голый чай. Контакт, номер, директ, OnlyFans. Ну вот в OnlyFans пиши, ВКонтакте я не общаюсь. В этом, как его, в Инстаграм я тоже не общаюсь, потому что очень много пишут, очень. У меня, когда я захожу, у меня голова кругом идет. А в OnlyFans как-то проще. Там... как бы этот, как сказать, такой отбор, отсеивают, отборные парни, хорошие, щедрые, самое главное, я люблю щедрых людей, которым не жалко $20 подписаться на мой контент, кайфануть. Почему сейчас... Блядь. Потому что я заболела. Поэтому я сейчас не хочу. Себя плоховато чувствую. Да я гляну, там будет после эфира еще 1 200 000 сообщений. Я-то гляну, что там. Но я не могу всем отвечать, потому что это, блядь... До утра буду сидеть, и то не разберу. А если в Москве тебе предложу, что предложу? Захочешь хорошее мероприятие? Не, предлагать могу только я. Я не люблю, когда мне что-то предлагают. Без хорошего подката, с подарками, щедрыми. Ну, в OnlyFans блокируют за встречи, да. Ну, ты подпишись, а потом перейдем уже в другое место пообщаться. WhatsApp, например. Так, что насчет реальной встречи? Ничего. Легко. Как это сделать? Что сделать? Блядь, сколько сообщений, это пиздец какой-то. Я не успеваю читать. Лечись, чем лечиться? У меня тут уже все лекарства закончились. Запомни имя.